Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин ToCamp и наш новый видеообзор газового обогревателя от фирмы Kavea TH0710. Обогреватель у нас идет в удобном пластиковом чехле. Вот куда он помещается. В комплектации идет сам обогреватель, инструкция, ну и в принципе сам кофр пластиковый. Сейчас не понадобится. Обогреватель очень удобен тем, что у него очень низкий расход топлива. Всего 66 грамм в час. В комплектации также идет переходник на цанговые баллоны. Ну, о нем мы расскажем немножко попозже. Данный обогреватель очень удобен тем, что на нем можно как разогревать пищу, естественно, соблюдая меры безопасности, и чтобы вода желательно не попадала именно на каталитическую сетку, потому что может прогореть она, если на нее попадет вода. Вот. И откручивая вот этот винт, мы можем регулировать уровень наклона для направления тепла туда, куда вам это необходимо. Вот. А это как ручка для переноса. Обогреватель может работать как от резьбовых баллонов, таких как КГФ-230, КГФ-450, так и от цанговых баллонов КГФ-220 или других производителей при помощи специального переходника, который просто накручивается и баллон подключается. Вот. Мы прикручиваем просто резьбовой баллон. Здесь у нас находится пьезоподжиг, то есть мы открываем подачу топлива, газа, и нажимаем, все, обогреватель работает. То же самое делается с резьбовым баллоном. Расход газа идет приблизительно 66 грамм в час при максимальном расходе. Мощность у нас 0,92 киловатта. Это вполне достаточно, чтобы прогреть небольшую палатку. Вес обогревателя 565 грамм. Размеры в сложном состоянии 190 на 180 на 190 миллиметров. Собирается обогреватель также просто. Закрыли подачу газа, открутили баллон, который можно в дальнейшем потом использовать. Собрали ножки в кучку. И убрали. Обогреватель кофр. Интернет-магазин ToCamp. Газовый обогреватель от компании Kavea TH0710. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.